абаканские саяногорские каратисты у нас приехали на сбор. Сейчас нас будут всех грузить в автобус. Перед этим у нас соберут все документы. Вот эти автобусы. В общем, родители волнуются, наконец-то детей отправляют отдохнуть немного. Давайте, расскажите, ну как же так случилось, что вы раздельно-то остались в этом году? Как же так получилось-то, Варя? Или Варя, это... Ну а как? Вы ж не можете договориться заранее-то. Макар-то едет, ему до лампочки. Так, дети, сюда отходим, сумки сюда большие. Складываем до конца, задвигаем. Старшие, Витя и Влад, помогаем сумки большие загрузить детям. А такой тоже загружай. Нет, это с собой. Тоже с собой. У меня нету сумок. Тоже с собой себя берешь. Все, грузимся. В автобус пока не заходим. Вперед, радуйся, отдохнем. Так, все, ребятишки, машем. Машем, 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 машем. Машем, 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 машем. Прибыли автобусы. Сосновому бору. Вот он наш лагерь. Родители тут, которые неугомонные все, не могут своих чад отправить уже, забыть про них на 3 недели. Без родителей никак в лагере. Вот у нас автобус с каратистами. Ох ты, здесь земляники будет сколько много. Прям уже ягодки готовые. Вот они, каратисты, каратисты, каратисты приехали. Ё-моё. Какой? А мне нет. Так, грязь не залазьте, ребята. Смотрите, куда идете. Так, у нас второй отряд. Нас встречает сэмпай. Нас встречает сэмпай Александр Александрович с Красноярска. Второй отряд. Че так растянулись-то, ёшкин кот? Ну, в общем, как всегда, дисциплины никакой. Будем работать. Ну вот он, наш любимый край. Вот наш любимый тусовочный центр. Кузница каратистов. Добрый день. Нас встречает директор. Детишки каратисты. Ну, в общем, сейчас будем разгружать. Ой, все, мимо иду, ОС говорим. Стоим на месте, стоим на месте. Разобьешь мне линзу, орешь так. ОС говорим. Вот такой вот замечательный лагерь. Погода сегодня нас радует. Наши дети сегодня будут жечь костер. Как видите, они уже построились в столовую. Вот эти два, левый и правый корпус наши каратистов. Здесь у нас столовая, куда мы сейчас пойдем кушать. И вот этот корпус, там еще у нас есть ребятишки наши. Все, пошли в столовую. Наконец-то. Оводы летают. О, каратисты появились первые. Да сними ты эти очки, господи. Все, все, не плачешь больше? Она зато плачет, сидит дома. Че там, котлеты, да? Супчик рыбный. Берите домой. Вкуслятина? Тебе-то зачем есть? Недельку можно было, не надо.
Что все скушали? Не подавись. Что не кушаем? Все, кушаем. Гриша, не сутулься. Вот надо говорить. Кушай давай. Ничего себе аппетит какой. Проголодались что ли? Ага, сон час. Вот на ваших детей компромат. Вместо того, чтобы встать, они сидят в карты. Быстро по кроватям разбежались, пока я вас гуськом не загнал вокруг корпуса бегать. Сон час. Быстро карты убрали. Гриня, тебе не жарко? Спать. Так, быстро спать. Родителям покажу, что на санчасе не спали. Хана вам. Быстро все убрали. Быстро убрали все. Здравствуйте. Кто пукнул? Засранцы. Хоть бы окно открыли дышать вниз. Ну, Влад, ты пердунялый. Они побежали. Мышки серые. Вот они сидят. Тихо, тихо только. Подписывайтесь на его канал. Очень интересное видео. Очень познавательное. Супер тренер. Самый добрый. Чего на тренировки не приезжаешь? Она в школу на велике. Она в школу редко приходит. Вообще, не приезжаю на тренировки к супер тренеру. Не берите с меня пример. Подписывайтесь и приезжайте на тренировки. Все, договорились. Вот так вот вылазит партизанка из-под кровати, находится вообще не на своем лежачем месте. Угу, вот такой вот у них сон час, да? Да. Рисуют, пишут, разукрашивают, рисуют, причесываются, читают, рисуют, опять рисуют. И только один нормальный спит ребенок почти, и то не дают. Лежит она просто. Ай-яй-яй. Спать быстро. Настоящие каратисты в первый же день заезда начинают усиленно тренироваться. Пошли на первую тренировку после полничка. Посмотрим сегодня, смогут ли они в кибодаче простоять 30 минут. Ура! Смотрите, сколько у нас каратистов много. Ниже сели. Ступни вперед, колени вперед смотрят. Ступни разверни. Это ты шика стоишь, надо киба дачи. Андрей, встали все ниже, спинка прямая. Кирилл. Ниже сели. Ниже сели. Так, кто лучше всех и дольше всех постоит, тому бонус в отряде ждет. Один мальчиком, один мальчику, один девочке. Кто ниже сядет, я сейчас буду смотреть, то лучше. Гробик или гробик? 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 Да. На букву Г, да? Да. То есть, если навернулся, то сразу в гробик, да? Да. Давайте назовем это вертухан каратиста. Все, приготовились, смотрим, хаджимы. Так, сюда идем. Сюда идем. Ну что, все, хаджимы? Сначала закидываем ноги, расслабляемся, раскачиваемся и в гробик. Опа! Красота, похлопали! Хаджимы! Так, отойдите, киндеры. Отойди оттуда, сейчас тебя задавят. Поехали! О! Почти нормально! Вот так вот мы используем лавочки. Мы на них никогда не сидим. Настоящие каратисты на лавочках не сидят. Настоящие каратисты на лавочке вкачиваются. Нагота? Ой, опять меня перекричать не может. Сейчас 30 минут будем кибодачи стоять. Нагота? Делаем, делаем. Все по 50.
50 отжиманий на грудь, 50 отжиманий на трицепс. Ноги перед собой. Хорошо, отлично, следующий. Ноги перед собой. Ой, хвостунишка Степа, давай. Во, ноги выше, выше, выше ноги. Хорошо, зачет. Да, хорошо. Следующий. Тишина! Ручки поставили в бок. Волохов. Начинаешь за руки держать. Вот здесь держу. Воздух и масс. Все, приятного аппетита, кушаем. А что у тебя тут? Похороны курицы, да? Вкусно? Дима, вкусно? А здесь что еще? А здесь еще торт. Проявили неуважение, сразу вкачались и попали на YouTube канал ко мне. В общем, нас девчонки сейчас выдирают столб. Мы хотим сделать ката-бо со столбом. Ну что, сильнее, дергаем сильнее, вырываем. Вырываем его, вырываем сильнее. Роняем его на землю. Потому что мало отжимались, слабые. Конечно. О. А вы что? Давайте тоже. Ай, не, не, не. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Минута паузы. Вот так вот они за дискотекой танцуют, детишки. Только это никуда не укладывайте. О, о, лицо прячет, все, стыдно, стыдно. Нет, мы красиво, мы красиво. Да, детская дискотека. Тихий ужас. Сейчас, правда, будет плохо видно. Ничего не видно здесь. Бодрое утро. Бодрое утречко. Родители, вот ваши детки. Уже не спят. Время 7 часов. Видно, кто-то только что с кровати слез. А кто-то уже, по-моему, и не ложился. С дискотеки еще колбасит. Вот так вот у нас дисциплина налаживается с утра. Те, кто забывает не только шапку, но и голову свою. Не надо быстро бежать, Дима. Здесь не автогонка. Бежим ровнее, ребят. Но началось утро в колхозе. Армия каратистов на легкой пробежке.
Бегом, бегом, бегом! На завтрак у них сегодня кашка. Тихо! Ребята, головные уборы сняли, говорю. О! Поставили ручки в бок. Насели ровно. Вот и марш! Вот и марш! Второй день сегодня и вторая тренировка. О, Мишанька машет. Пошли мы тренироваться на вторую сегодня тренировочку. Уже все бодрячком. Сегодня вторая тренировка. Сегодня уже все бодрячком после утренней зарядки. Настроение все хорошее. Идем совершенствовать свое тело, дух, разум. Отрабатываем с ребятишками работу. Кокус удачи, встречаем Майагири. И во, хорошо было, шутома Вашуки. Хорошо, работаем, работаем. Но пока мы делаем так, пока пробуем так. Работаем, работаем, ножки закидываем. Дима, работайте, а. Все, снимаю, легли все, отдыхаем. Гайтай! Айч! Не! Сан! Че! Гоу! Рук! Сэч! Эч! О! Джа! Ребят, плохо как и я кричим. Зюкайтей! Айч! Не! Сан! Че! Гоу! Рук! Отжимать! Не! Сам! Че! Гоу! Рок! Суч! Хач! Ха! Джа! Ач! Не! Сам! Че! Гоу! Рок! Суч! Хач! Хаджиме! Бой с тенью с закрытыми глазами. Не бегаем, не бегаем по всему. Глаза закрыли. Ногами аккуратно машем, чтобы зубы соседу не выбить. А ножки что не подключаем? Ножки-то подключай. Глазки зажмурили, зажмурили. О, первая рана пошла. Головка закружилась. Работаем, работаем. Я снимаю на видео для YouTube канала. Глазки закрыли. Все аккуратно, залазим. Как спускать? Там ночевать оставаться. Вниз скользить. Все, я мы назад спускаемся аккуратно, выше не надо. Вот так вот Степа свои боты стирает со смыльцем, чтобы чисто все было. Мама, смотри, все он умеет. Вот так вот провинившийся Никита во время сончаса ходил в первую комнату, у малышей забирал печеньки. Да, и съедал. Старшие друзья его не поддерживают в этом. Не поддерживают. Два девушка по имени Катрин. Эксклюзивное интервью даю. Давай, интервью эксклюзивное. Что? Расскажи свои ощущения, впечатления, влаги. Ты же не первый раз приезжаешь.
Просто ощущение, о, кайф от сноубора. Всем советую сюда ехать. Ну и все. Приезжайте, тренируйтесь. Подписывайтесь на меня. Канал Гончаров. На Гончаров. Как канал, я не знаю, как назвал. Вячеслав Гончаров. Вячеслав Гончаров. Подписывайтесь на канал Вячеслав Гончаров. Там много-много контента. Какого? Интересного. Про карате, про спорт. Больше лайков, больше комментариев, подписки. Про кафешки. Про какие кафешки? А вот эта кафешка была. Шашлычка? Вот шашлычка была. Шашлык там офигительный. Больше комментов, больше лайков. Так а вы что не делаете комменты сами-то, лайки? Мы пишем комменты. На, вот у тебя на шее ошейник. Что это, что там, как это? Шокер. Шокер? Давай, говори. Чокер. Чокер? Что такое чокер? Чокер это чокер. Так ты скажи в кадр-то. Это ошейник для рабов. Как решили? Ошейник для рабов. Правильно. Заказанный с Алиэкспресса. Или для... Все поняли. Сразу видно, выспался. Или нет? Вечно выспанный. Вечно выспанный? Его пани нагрелся. Да ты, блин! Кто-то вот играет, кто-то моется. Кто-то сидит, загорает. Тенечки. Расскажите анекдот смешной. Я умею. Колобок повесился. Колобок повесился. Это самый смешной анекдот в лагере. Давай. Каратисты устали. Чего это они когда успели устать? Каратисты вообще анекдот смешной. Вот это смешно. Так это анекдот. Давай анекдот. А я не знаю. Знаешь анекдот? Я знаю очень-очень-очень. Я знаю анекдот. Очень-очень-очень длинный анекдот. Смотрите, если вы подпишетесь, то Сэмпай будет добрый. Если добрый. Он будет... Подожди. Если вы подпишетесь, то Сэмпай будет очень добрый. Очень если вы подпишетесь и поставите лайк, нам Сэмпай будет хорошо, и вам. Да, то вам. Давайте он сделаем тренировку. Поэтому подписывайтесь и лайк ставьте везде. А и мы утром бегать не будем. Лайки не ставим. А я ставлю. Да. Ставим. А интернет не умеет. Так, интернет они интернетом, не умеют, Влад, пользоваться? Что? Аня, ты знала, что ошейники только псины носят? А мне такие, как ты. Да. Не обзывайся. Да. Нормально. Она не обзывается. Сними. Влад, себе тоже такой ошейник хочет, да? Я такой, я не хочу. Влад сегодня в свинью наряжался. Да? Если я одел, короче, костюм синий, то... Влад, на твоей шее поместится 100? Вот так вот? А вы здесь? Бежит, где тебе ее? Беги! В интернете. Все, Кирилл, она поймалась. А меня не било. Следующий день встречу. Это просто будние дни. Будни, да, будни, ваши будни. Родители посмотрят, скажут, о, мой молодец, молчит. Сын подрос. Во, правильно, правильно, с колена надо, с колена. Вас двое, я один. Идёт, ты большой. Я справлюсь. Ты Игорем и нет. Вот такая вот у них интересная игра. Да! Не снимайте за больно. Так, жука только, зачем давите его? Это он! Не это надо он давить, зачем? Давить. Нельзя! Не надо, нехорошо давить. Мы жучко. Вот этих двух! Больше занятий нету. Почему? Занятий полно. Видишь, кто чем занимается? Кто чем занимается? Заниматься нечем было, взял кору и вытащил ногтем. Ну, видишь. Ты что вытащил? На рукоятку похоже было. От ножа. Но моими точно ничего не вытащил. Куда пошел? Вылазим, вылазим. Вылазим, не держимся, вылазим. Иди сюда, медвежонок.
давай, на спорч. Планета Земля. Я чувствую, землю, когда навертится. Я чувствую, поехали. Опа, вставил команду, команда пятерочку. Сейчас я вас научу волейбол играть. Без проигрыша. Подача. О, пошла игра. На, друг другу. Пятерочка. Гол забили, пятерочка. Гриша, иди в баскет поиграй. А, Гриша умеет. Ну, давай на баскет. Пятерочку, пятерочку не забываем. Опа, пятерочка. Какая была шикарная подача. На 5 приседаний. Гол! Поехали, 5 приседаний. Так, ты если со счета упадешь, я тебя добивать буду. Мимо! Гол! Пятерочку приседаем. 5000 раз. Это специально обученные люди, мешающие залетать мячам. Поле освободится. Так, вас там много всего. Шамиль точно слезь. Сломается нафиг все сейчас. Валим, валим его, валим! Силовое регби. Пощекотите его, да и все. Серега, бери руку себе. Одну и... Поехали. Как называется танец? Флос. Как? Флос. А скибиди это какой танец? Это... О, давай скибиди. О, Никитос, давай, давай. Я не умею. Давай, Никитосик, зажги. Стесняха. На видео я не буду. Поехали. Джиме, поехали. Хажи, мне прямо. За карате кричишь. За карате! Джиме, за... Да, Мазила! Еще бы это взамен. Надо было попасть. Давай, приседай. Если я сяду, то я не встану. Давай. Давай. Если не присядешь. Покажи, что Абакан сила. Давай, Абакан сила. Раз. Еще. 10 раз. Два. Файт! Поехали. Давай, гаси Пикачу. Пикачу. А что вас носить-то? Вот, Каша, вот и все. Все, хвост тебе загнули. Не могу явно. Можешь, давай. Да, можно. Растяжка от Медведева. Готовятся все на паузу. Вот так вот ломанулись все. Все голодные.
с голодного севера. Дома их не кормили родители. Официально запущен у нас второй сезон. Вот такой вот классный костер. Очень много детей. А здесь тепло. Я прям припекаюсь. Чувствую, корочка уже пошла.